Андрей Бруссард пытается прорваться. Играл в таком второсортном соревновании, хотя вряд ли в Америке что-то можно в плане баскетбола называть второсортным. Но лига одна из низших. В общем-то, оправдывает он мои слова своей трехой. Только чуть-чуть отпустили его нижегородцы, тут же получают свое кольцо. Вот так вот, Лефтерис Бахаридис, 6-13. Начало неважное у Нижнего Новгорода, надо откровенно сказать. Узинский. Перебраться через рубеж отставания двузначно. Болит. Приятным цифром для болельщиков. Честно, Кайзер один из двух штрафных забил. Плюс 9 у Ариса. И играть еще 2 минуты. В третьей четверти Остапкович. Перри. Показывает, что ширина нужна ему сейчас. Григорьев залез под самое кольцо. Ну и что же здесь? Последние минуты 19 третьей четверти. Все-таки смогут ли нижегородцы, вот сейчас главный вопрос, который, наверное, мучает и меня, и болельщиков в Мещерском, смогут ли хоть как-то поправить ситуацию в окончании третьего отрезка для того, чтобы в четвертом чуть было полегче. Пока очень сложно даже выбросить мяч из-за лицевой Нижнему Новгороду. Но вот, наконец-то, Перри забирает все в свои руки. И да, они успевают в данном случае.